Ура! Смирно! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы для встречи слева на кра! Города. Под музыку песни Александрова «Священная война» на центральную площадь Симферополя выносится государственный флаг Российской Федерации и легендарное Знамя Победы. Знаменная группа 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса Черноморского флота проходит вдоль строя парадных расчетов, трибун с ветеранами и почетными гостями. 72 года назад разведчики 756-го стрелкового полка 150-й Идрицкой дивизии сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг над поверженным Рейхстагом. С тех пор этот штурмовой флаг является знаменем победы и трепетно передается из рук фронтовиков сыновьям, внукам и правнукам, наследникам славных побед, чтобы в очередной раз гордо развиваться в парадном строю. Сейчас это знамя бережно хранится в Зале Победы Центрального музея вооруженных сил как главная реликвия Великой Отечественной войны. Сегодня государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы торжественно несут лучшие воины 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса. Возглавляет знаменные группы заместитель начальника штаба бригады майор Николай Ступенко, знаменосцы старший лейтенант Владимир Никитин и майор Алексей Косынкин. Пора! Смирно! Для встречи слева! На кра! Военный парад принимает начальник Симферопольского гарнизона
командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота генерал-майор Андрей Колотовкин. Командует парадом командир 126-й отдельной бригады береговой обороны полковник Василий Попов. Товарищ генерал-майор, войска Симферопольского гарнизона на парад, посвященный 72-й годовщине победы Великой Отечественной войны, построен. Командующий парадом полковник Попов. Командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота генерал-майор Андрей Колотовкин направляется для приветствия и поздравления войск, участвующих в военном параде. Оба автомобиля едут с одинаковой скоростью и максимальной синхронностью. Командир 22-го армейского корпуса здоровается с личным составом парадных расчетов и поздравляет их с великой победой. Годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Данный воинский ритуал символизирует дань уважения ратному подвигу воинов, победивших фашизм и освободивших свое отечество, народы Европы от ига ненавистного врага. В военном параде участвуют
парадные расчеты управления 22-го армейского корпуса, отдельные бригады береговой обороны, отдельные бригады разведки и отдельного артиллерийского полка, морского инженерного полка, отдельного батальона управления, дивизии противовоздушной обороны, а также смешанного авиационного полка, парадные расчеты Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Крым, отдельного разведывательного отряда Федеральной службы войск Национальной гвардии, Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, регионального отделения Республики Крым военно-патриотического общественного движения «Юнармия» кадетского класса средней общеобразовательной школы номер 7, Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России в Республике Крым. В параде задействовано 38 единиц военной техники. Дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы, с торжеством, в котором слились воедино радость, память и скорбь. 9 мая – это и государственный, и очень личный праздник. Он стал символом священного родства России – и ее народа. И в такой сплоченности, в преданности Родине наша сила, уверенность и достоинство. Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но в наших сердцах сохранится память о подвиге наших прадедов, дедов и отцов. А выстраданный потерями и утратами День Победы останется для нас символом гордости за них, за тех, кто в самой тяжелой, жестокой и кровопролитной войне отстоял свободу и независимость Родины. Символом мужества, величия, силы духа и воли нашего народа. Символом достоинства России. За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Все несли тяжелейшую ношу войны. И все вместе совершали бессмертный подвиг спасения Отечества. Определяли исход Второй мировой войны. Освободили от нацистов народа Европы. И где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной войны, они должны знать, что здесь, в России, мы высоко чтим стойкость, мужество и верность фронтовому братству. Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны. Кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре, кто погиб, обороняя и освобождая Крым, кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде, кто был замучен в концлагерях, плену и оккупации. Склоним головы перед светлой памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан и родных. Всех, кто не вернулся с войны, всех, кого уже нет с нами, объявляется минута молчания.
22 июня 1941 года нацисты вероломно напали на Советский Союз. В один миг изменили жизнь огромной страны. И на этом трагическом переломе был только один, но высший выбор. Главным для всего народа стало спасение Отечества. В подвигах фронтовиков и тружеников тыла проявилась истинная жизненная сила нашего народа, его единство, победный дух и любовь к родной земле. Наши отцы и деды одолели мощного, беспощадного врага, перед которым спасовали многие страны Европы. Именно советский народ принес свободу другим народам. Именно от нашего солдата нацисты и их пособники получили возмездие за миллионы жертв, за все изуверства и бесчинства на нашей земле. Война длилась без малого 4 года и стала целой эпохой для нашей страны, эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических потерь, светлых надежд и беспредельной веры в победу. Великая Отечественная навсегда останется выдающимся священным подвигом нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости, передавать эти ценности от поколения к поколению. Уважаемые товарищи, уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительными, что недопустимы двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал главной угрозой. Мы обязаны победить это зло. И Россия открыта для объединения усилий со всеми государствами, готова работать над созданием современной международной системы безопасности. Наши солдаты и командиры доказали, что они достойные преемники героев Великой Отечественной войны и с честью защищают интересы России. Уверен, что сегодня ветераны гордятся своими внуками и правнуками. Они их не подводят и всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. Слава народу-победителю! Ура! Свободные, братья народ.
торжественному маршу! Дистанция одного линейного. На блин. Чу. Равнее направо. Шагаем. Марш. Начинается прохождение торжественным маршем частей и подразделений Симферопольского гарнизона, посвященное 72-летию Великой Победы. Военнослужащие Симферопольского гарнизона сегодня с честью продолжают традиции старших поколений защитников отчизны, ветеранов Великой Отечественной войны. Стало уже доброй традицией, что в этот день военнослужащие проходят в парадном строю, отдавая дань уважения подвигу рядовых и матросов, офицеров, генералов, добывших победу в смертельной схватке с фашизмом, принесших славу русскому оружию. Новое поколение россиян должны знать и сохранять память о бессмертном подвиге советского народа. Крымского кадетского корпуса возглавляет парадный расчет полковник Александр Жук. Кадетский корпус достойный продолжатель славных традиций всех поколений защитников Отечества. Учреждения готовят будущих курсантов военных образовательных учреждений Российской Федерации. В строю парадного расчета Эдуард Фингерман, правнук участника Великой Отечественной войны, войскового разведчика, дважды героя Советского Союза Василия Ковтуна. На главной площади столицы Крыма рота почетного караула 126-й отдельной бригады береговой обороны возглавляет парадный расчет командир батальона управления подполковник Сергей Пархомчук. В строю лучшие военнослужащие батальона рядовой Станислав Черкашин и рядовой Валентин Рябов. Проходят офицеры управления 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Парадный расчет возглавляет офицер отделения боевой подготовки корпуса майор Леонтий Алексюк.
Управление корпуса идет с историческим знаменем 11-го гвардейского стрелкового краснознаменного ордена Суворова корпуса. В ноябре 1943 года части соединений и воинские корпуса принимали участие в высадке десанта на Керченский полуостров, в 1944 году в Крымской операции по освобождению городов Крыма. Сегодня основу 22-го армейского корпуса составляют мотострелковые, танковые подразделения, морская пехота, воинские части и подразделения родов войск и специальных войск. В парадном строю идут военнослужащие 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Достойные наследники 126-й Горловской дважды краснознаменной ордена Суворова второй степени стрелковой дивизии, которая освобождала Крым от немецко-фашистских захватчиков. В парадном строю идут военнослужащие 8-го артиллерийского полка, который является наследником 816-го артиллерийского полка, сформированного в Ленинградской области в 1941 году. Освободив с боями 89 городов и 12 тысяч сел, полк окончил свой славный путь в Германии. Во главе парадного расчета 8-го артиллерийского полка заместитель командира полка подполковник Антон Гриханкин. За службу на Северном Кавказе награжден орденом мужества. К трибунам приблизился парадный расчет 68-го отдельного морского инженерного полка 22-го армейского корпуса. Военнослужащие инженерного полка ежедневно выполняют задачи, связанные с риском для жизни по обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны. Парадный расчет возглавляет командир батальона майор Александр Миганов. Офицер награжден медалью Суворова. На марше парадный расчет 37-го смешанного авиационного полка. Полк выполняет задачи по прикрытию воздушных рубежей, поддержке наземных сил. Парадный расчет возглавляет заместитель командира полка подполковник Евгений Мажара. Награжден государственной медалью Нестерова за участие в боевых действиях на Северном Кавказе. К трибуне приближается парадный расчет войск Национальной гвардии Российской Федерации, который выполняет задачи по обеспечению общественной безопасности, охране важных государственных объектов, специальных грузов, участию в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения. Возглавляет парадный расчет командир отдельного разведывательного отряда полковник Андрей Фураев. Награжден орденом мужества, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медалью за отвагу, медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Мимо трибуны проходит парадный расчет Крымского филиала Краснодарского университета МВД России. Парадный расчет возглавляет заместитель начальника филиала полковник полиции Руслан Дышкан. Ведомственная образовательная организация была создана вскоре после принятия Республики Крым в состав Российской Федерации 5 мая 2014 года с целью подготовки квалифицированных специалистов для службы в органах внутренних дел Республики Крым. В Крымском филиале Краснодарского университета МВД России проходит обучение представителей женского пола. Девушки-курсанты не уступают мужчинам в боевой и физической подготовке. Возглавляет парадный расчет девушек старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидат юридических наук, подполковник полиции Татьяна Тихомирова. К трибунам приближается парадный расчет Главного управления МЧС России по Республике Крым. Расчет возглавляет заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Алексей Еремеев. Более 2000 спасателей проходят службу в подразделениях Главного управления МЧС России по Республике Крым. Участвуют в различных гуманитарных и спасательных операциях в ликвидации последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. В шеренгах чеканят шаг
лучшие представители юнармейских отрядов симферопольских школ номер 3, 14, 26 и 37. Парадный расчет возглавляет начальник регионального штаба движения «Юнармия» в Республике Крым Криворученко Олег Николаевич. Он является кавалером Ордена Дружбы и Ордена за трудовую доблесть. Задачи движения – воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, изучение истории страны. К трибуне приближается парадный расчет участников Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Республики Крым, возглавляемые героем Российской Федерации гвардии полковником запаса Министерства обороны Сирко Вячеславом Владимировичем. Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России являются членом военно-патриотического движения «Юнармия». Во главе парадного расчета помощник председателя, тренер, преподаватель прикладных видов спорта Андрей Загоненко. В парадном строю проходят учащиеся кадетского класса муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя образовательная школа номер 7 имени Макроусова с углубленным изучением английского языка. В течение 2 лет воспитанники осваивают предметы кадетского компонента, военную историю и строевую подготовку, психологию и хореографию, основы православной культуры. Торжественным маршем проходит конная группа Крымского окружного казачьего общества под командованием боевого атамана Вадима Иловченко. Крымский казачий округ объединяет более 50 казачьих обществ Республики Крым, в состав которых входит более 3500 казаков, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы. В соответствии с федеральным законом номер 154 ФЗ, казаки активно содействуют государственным органам исполнительной власти в обеспечении охраны общественного порядка, охраны государственной границы Российской Федерации, экологической безопасности и по другим видам государственной деятельности. В Республике Крым функционирует первый казачий кадетский класс в общеобразовательной системе, а в текущем году открывается еще 4 подобных класса. Сегодня по центральным улицам столицы Крыма пройдет колонна военной техники, находящаяся на вооружении 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Грозное и мощное вооружение и техника 22-го армейского корпуса сегодня обеспечивает надежную защиту нашего полуострова. В 4 блоках парадных расчетов техники 22-го армейского корпуса вашему вниманию будут представлены современные образцы военной техники, войск специального назначения, мотострелковых подразделений, артиллерийских систем и средств противовоздушной обороны. Для формирования экипажей был отобран личный состав, проявивший себя высококлассными специалистами на полевых выходах и в ходе учений с боевой стрельбой. Сейчас вы видите, как приближается парадная колонна военной техники. Во главе колонны движется бронированный автомобиль «Рысь». Автомобиль предназначен для использования в качестве средства обеспечения подвижности личного состава и выполнения задач служебно-боевой деятельности. Броня автомобиля «Рысь» выдерживает не только прямое попадание бронебойно-зажигательной пули и снайперской винтовки, но и подрыв на 6-килограммовой противотанковой мине. На марше бронеавтомобили «Тайфун».
главным предназначением которых является быстрая доставка бойцов и грузов в условиях, когда нет четкой линии фронта. Броневая защита этих автомобилей комбинированная, состоит из металла и керамики, что обеспечивает высокий класс защиты. Шины автомобилей также пулестойкие. По периметру автомобилей установлены видеокамеры, которые позволяют оценивать обстановку прямо из транспортного отсека или кабины. На главной площади столицы Крыма борт к борту движутся бронетранспортеры БТР-80, сохраняя парадный строй. Это боевая колесная плавающая машина, имеющая вооружение, броневую защиту, высокую подвижность, предназначенная для использования в мотострелковых подразделениях сухопутных войск. БТР-80 с 8 ведущими колесами способен следовать за танками, сходу преодолевать окопы, траншеи и водные преграды. Экипаж бронетранспортера вместе с десантом составляют 10 человек. БТР-80 оснащен двумя пулеметами, имеет систему пуска специальных гранат для постановки дымовых завес. Также в парадном строю усовершенствованная модель бронетранспортера БТР-82. Он входит в десятку лучших мировых машин подобного класса. БТР оснащен комбинированным прицелом, одинаково эффективным в любое время суток. Навигация машины осуществляется автономными и спутниковыми каналами связи. В задачу бронетранспортера входит доставка пехоты на поле боя и ее поддержка огнем из штатного оружия. Продолжает парад техники, современные образцы артиллерийского вооружения. Автомобили «Урал» буксируют 122-миллиметровые гаубицы Д-30 из состава 8-го отдельного артиллерийского полка. Эти орудия предназначены для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения зотов и других сооружений полевого типа, борьбы с бронетехникой. Гаубица широко используется в разных климатических условиях. Стоит на вооружении в сухопутных и воздушно-десантных войсках. Может десантироваться с самолетов военно-транспортной авиации. Продолжает парад техники. К трибунам приближаются КАМАЗы, буксирующие 152-миллиметровые самоходные гаубицы МСТА 8-го отдельного артиллерийского полка. Это артиллерийское вооружение используется для уничтожения средств ядерного нападения, минометных и артиллерийских батарей, бронетехники, а также для разрушения фортификационных сооружений. На площадь выходят боевые машины «Град» из состава 8-го артиллерийского полка.
потомок легендарной «Катюши», 122-миллиметровая реактивная система залпового огня «Град», предназначена для поражения жировой силы противника в укрытиях и вне их, небронированной техники и бронетранспортеров в районах сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов, постановки дистанционным способом минных полей и создания очагов пожаров. Столицы Крыма парадный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». На КАМАЗе находятся двое военнослужащих 1096-го зенитного ракетного полка. Комплекс предназначен для поражения низколетящих целей в условиях визуальной видимости. Пуск ракеты производится с плеча, из положения стоя или с колена. Данный комплекс предназначен для непосредственного прикрытия мотострелковых, танковых, парашютно-десантных подразделений от ударов с воздуха, низколетящей авиацией или беспилотными летательными аппаратами. Проходят зенитные ракетные системы С-300 12-го зенитного ракетного полка. Главной задачей комплекса является оборона военных и промышленных объектов от массированных ударов средств воздушного нападения, а также для создания рубежей противовоздушной обороны страны площадью в десятки тысяч квадратных километров. Эвакуационная машина колесная легкая. Данная машина построена на шасси автомобиля «Урал». Основное предназначение данной машины – текущий ремонт, оказание помощи водителям в техническом обслуживании и эвакуации армейской автомобильной техники многоцелевого назначения. Замыкает колонну специальная техника подразделений военной полиции под руководством военного коменданта Симферопольского гарнизона подполковника Александра Ушакова и военной автомобильной инспекции под руководством подполковника Сергея Подройкина. Военная полиция была основана 1 декабря 2011 года и предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих. В настоящее время подразделения военной полиции успешно выполняют миротворческие задачи по обеспечению гуманитарных акций, осуществляют охрану важных объектов Министерства обороны Российской Федерации, медицинских учреждений и обеспечивают сопровождение грузов в Сирийско-Арабскую Республику. Сводный оркестр Симферопольского гарнизона
126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота и оркестр войск Национальной гвардии Российской Федерации под управлением военных дирижеров майора Алексея Рябчука и майора Ярослава Габака. Сегодня, в праздничный день Великой Победы, военные музыканты играют с особенным подъемом, даря свое искусство ветеранам минувшей войны, ветеранам вооруженных сил, жителям и гостям столицы, поздравляя всех с великим всенародным праздником – Днем Победы! Дорогие ветераны и гости нашего города!